Ну что, всем привет. Короче, поздравляю всех с 9 мая, с День Победы над фашизмом. Что хотел еще сказать. Жалко, конечно, сейчас, что происходит по Европе. Ну, смотрел там видео с Ютуба насчет Польши, насчет Болгарии. Как-то жалко насчет этих стран. Бухайте, пацаны, культурно. Празднуйте праздник культурно. Этот день никогда не будет забыт. Да, я загорел. Я был сегодня на пляже, плюс 27 градусов. Вот, посмотри сейчас. Вон, вот там был. Амунека, по-моему, этот город. Ну, короче, ладно. Ну, ладно. Всем пока. Удачи.